Ильяс тоже здесь. Умер. Они теперь вместе живут? У тебя опять началась паранойя, Салиха. Она его тоже пригласила, как и меня. Не говори глупостей. Сейчас разберемся. Салиха. Салиха, пожалуйста, подожди меня в машине. Не стоит раздувать конфликт с утра пораньше. Если Ильяс живет здесь, то зачем мне скрывать это? Зачем умалчивать? Сама подумай. Здравствуйте. Примите мои соболезнования, Хелин. Но я смотрю, ты быстро отошла. Конечно, жизнь продолжается. Правда? Сколько месяцев прошло? Один? Где Ильяс? Он скоро встанет. Сиди, дочка, я отвечу. Надеюсь, наши звонят. Алло. Соедините с посольством Голландии меня? Они наверняка потеряли паспорта. Или у них украли деньги. Ужас. Алло. Да, я жена Салиха Авджи. Я не одна. Со мной рядом дочка. Что происходит, господин? Нармин, они говорят, что у них плохие новости. Алло, я дочка Салиха Авджи. Слушаю. Салиха, что ты там делаешь? Иди сюда. Привет. Доброе утро, дорогой. Смотри, у нас гости. Я подожду в машине, Умер. Нет, нет. Нет, не может быть. Мама, постой. Что происходит? Не может быть! Мама, подожди! Мама, куда ты? Мама, стой! Мама, стой! Мама, успокойся! Горе мне! Мама, постой! Тахир, они сказали, что поезд попал в аварию. Я сойду с ума! Я пойду. Потом поговорим, Хелин. Умер. Жаль, что Салиха вот так узнала об этом. Но она бы узнала рано или поздно. Правда? Все-таки она твой близкий человек. Прости, утром позвонил Умер. В кафе возникли проблемы. Проезжая с Салихой мимо, он решил зайти и поговорить. Когда он сказал, мы едем кое-куда, нам по пути, мы заглянем на 5 минут, я не стала возражать. Я думала, что ты еще не проснулся. Ладно. Они бы все равно узнали. О чем узнали, Хелин? Я могу об этом тоже узнать.
Забудь. Слушаю, Тахир. Ильяс, где ты, парень? Неважно. Что случилось? Поскорее приезжай домой. Только быстрее. Что случилось, брат? Что-то плохое? Дома кое-какие трудности. Ты не теряй время. Поскорее приезжай. Мы ждем тебя. Хорошо, еду. Что произошло? Плохие новости? Не знаю. Но у него был странный голос. Ильяс, я не знаю, что ты чувствуешь. Поговори со мной. Я думаю о доме. Неизвестно, что там опять стряслось. Позвони мне, хорошо? Я буду волноваться. Ладно, созвонимся. Я позвонил Ильясу, он скоро приедет. Есть новости? Я ничего путного от посольства не могу добиться. Имена Сибель и папы числятся в списках пассажиров. Но сели ли они в поезд, умерли ли они, живы ли, ранены, ничего не известно. Они все твердят, что спасательные работы продолжаются, но у них еще нет достоверных сведений. Всевышний, сжалься надо мной. Не отнимай их у меня. Тахир, попереключай каналы ради Аллаха. Может быть, что-нибудь найдешь. С ними же ничего не случилось, правда? Не случилось. Они сейчас позвонят, вот увидите. Надеюсь. Сжалься надо мной, Всевышний. Этого и следовало ожидать. Асия собралась и ушла. А он что ни делал, не смог вернуть ее. Не подумав о ребенке, она пошла на работу. Значит, Ильяс, потеряв надежду... Ладно. Давай оставим это. Проведем вместе приятный день. Я хочу вернуться, Умер. Ну, конечно. Сразу же побежишь докладывать Асия? Ну что ты за бесчувственный, равнодушный человек? У них крошечный ребенок. Я смотрю, ты очень рад такому положению вещей, Умер. С чего ты взяла? Я хочу поехать в хозяйство Касия, Умер. Салиха, не стоит нам вмешиваться в это дело. Да что ты. Эта девушка моя самая близкая подруга. Давай вернемся, Умер. Или я выйду где-нибудь здесь. Ладно, ладно. Ну, спасибо тебе, Ильяс. Испортил нам свидание. Получается, они были в поезде. Ясно. Ясно. Подтверждено, что они были в поезде. Они посмотрели камеры. У них нет до сих пор сведений по поводу их состояния. Сказали, что позвонят, как только выяснят. Пока они подоспеют, они уже умрут там. Кто умрет? Что происходит? Наш Ильяс. Твой отец и сестра. Звонили из посольства. Мы места себе не находим с самого утра. Что случилось, мама? На границе Германии с Голландией произошла железнодорожная катастрофа. Шеф и Сибель были в поезде. Других сведений нет. Туда сейчас едут спасательные службы. Два поезда столкнулись лоб в лоб.
Мы приехали. А я думал, что после вчерашнего инцидента вы не приедете. Мы скоро придем. Я поймал ему птиц. И кролики есть. Ты любишь кроликов, Мимо? Идем со мной. Пойдем. Посмотрим, что там есть.